Дорогие мои зрители, закончились новогодние праздники, и я хочу приготовить совершенно новый салат, очень вкусный, необычный, из печени. Вот я уже показываю, что я ее помыла, варю. И нужны такие ингредиенты, как соленый огурец, зеленый лук, который мы порежем тоненькими кусочками. Лук, смотрите, мы тоже порезали. Выложим все это на тарелку, подготовим к тому, чтобы делать салатик. Еще нам понадобится горошек консервированный и майонез. Берем лук, морковь и трем морковку, а лук режем маленькими кусочками. Жарим на сковородке лук и морковку. Можно добавить специи по вкусу, соль, паприку, сухой чеснок. Я даже добавила в печень лавровый листочек. Все, печень я варю. Вот, до готовности я варю печень. А в это время нарезаю и жарю ингредиенты. Посмотрите, какие красивые румяные уже у меня лучок. Прям пахнет очень вкусно. Добавляю натертую морковь. Ну, о специях я вам уже говорила. Все это поджариваю на сковородочке. Вот такой вот приятный вкус идет от этой смеси жареной. Очень вкусный. Морковка дает такой приятный сладкий оттенок. С печенки мы снимаем пенку. Она уже почти готова. И готовим посуду, в которой мы будем делать сам салатик. Вот такую тарелочку я беру, высыпаю туда жареный лук с морковью. А печенку я решила еще поджарить. Положила на сковородочку вместе со сливочным маслом, чтобы она была с корочкой красивая. Открываю горошек. Добавляю в салатик пол баночки горошка, зелень. Лук, огурец. Посмотрите, какая красиво вышла печенка после обжаривания. Я ее режу на небольшие такие слайсы и добавляю в салатик. Можно ее теплую добавлять. Все это перемешиваю. Добавляю майонез. Салат получился очень вкусный. Реально предлагаю вам повторить и написать мне отзыв. Необычный, вкусный, оригинальный, с новыми продуктами.